буравчиком тут бы пригодиться. Лам направо. Великолепная передача. Мюллер. Прострел. Гёдзе. Удар! И мяч в воротах. Марио Гёдзе забивает гол в ворота своей бывшей команды в первом же матче. Смотрите, атака Баварии. Лам. Прекрасная передача. Немножко здесь узковато сыграли Дортмундцы. Не было никого рядом с Гёдзе. И тот, обработав мяч вторым же касанием, прекрасным ударом направляет его в ворота. Посмотрите, как летит мяч в угол, и Вейденфеллер не сумел здесь свою команду спасти. Если бы спас, это был бы эпический подвиг. Но Гёдзе пробил слишком здорово. 1-0. Бавария впереди. 66-я минута.